пятницу в Самарской области малооблачно и без осадков. Днем -5, -7 градусов, ночью 10-12 ниже 0. Ветер южный 1-3 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, в светлое время суток -6, в темное -11 градусов. Южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти безоблачно, днем -6, ночью 10 градусов ниже 0, юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем -7 градусов, ночью -12, южный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.